do you do that with your eyes? You know it gets me every time. Boom shakalaka, boom shakalaka. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Был первый день в университете. Она пришла позже всех. И вообще, все знают, что она не пунктуальный человек. Когда она зашла в аудиторию, я понял, что она совсем другая. Она отличается от всех девушек, которые я до этого видел. Я ей тоже, естественно, понравился. Я же такой красавчик. Он мне сразу не понравился. Но потом он не помогал с книгами в библиотеке и вообще всячески был рядом. Я тогда, конечно, не знала про его намерения, но понимала, настолько он добрый и настолько он отзывчивый человек. Историю про тостер, наверное, все знают. В действительности все у нас началось с дружбы. Да, и верить, у нас даже определенной даты нету. Я помню, мы просто открыли календарь, натыкали на непонятную дату, и эта дата стала нашей. И может, это кому-то покажется странным. Может быть, но эти странности зародили наши лучшие моменты. И все так плавно перешло от дружбы в отношения. И мы все делали вместе. Мы веселились вместе, грустили вместе, делали ошибки, делали нелепости, ошибались, да. И самое главное, мы умели радоваться и радовались мелочам жизни. Ну, я вижу ее домохозяйкой. Спасибо. Четверо детей. Немного, немного может пополнять.
Это нормально. Я вижу его лысым. Лысым? Да. Бородатым. Еще вот такой приличный пузый. Вполне возможно. А еще кое-что. Что? Ты считаешь, так денешь? О, вот это мне нравится. Blackburn, I've so long without you, boy. Today, now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Come on, come on, baby, come on, we show you the world. А мы серьезно? Ну, шутки в сторону, но мы, как и все, строили грандиозные планы на будущее. Все эти планы мы строили вместе. Да, я знаю, что не все в жизни бывает гладко, но нет таких трудностей, через которые невозможно было пройти хорошей шуткой, искренней улыбкой. И вообще не стоит думать, что будет через 10 лет, что может произойти, произойдет. Да, мы умеем жить в настоящем и действительно рады, благодарны Богу за то, что у нас есть, за ту семью, за то, что мы есть у друг друга, за семью, за тех друзей, которые у нас есть. И спасибо, что пришли сегодня на нашу свадьбу. Добро пожаловать. Добро пожаловать. И, пожалуйста, встречайте нас